Вот такую икру из переросших огурцов я уже второе лето готовлю тазами. Никакой стерилизации, все очень просто. И теперь у меня ни один переросший огурец не пропадает. 500 граммов лука нарезаю мелким кубиком. Большой таз ставлю на огонь и наливаю полстакана растительного масла. И обжариваю лук до прозрачного состояния. 500 граммов моркови натираю на крупной терке. Добавляю к луку и обжариваю овощи несколько минут. 500 граммов перца мелко нарезаю. Добавляю, перемешиваю и обжариваю несколько минут. 500 грамм помидоров разрезаю на 2 или 4 части, в зависимости от размера помидор. И измельчаю с помощью блендера до состояния пюре. Добавляю к овощам и продолжаю тушить овощи, периодически помешивая. Для этого рецепта подойдут любые огурцы, переросшие, кривые, любая некондиция. Если у огурцов грубые кожура, то я их очищаю. 2,5 кг огурцов натираю на крупной терке вместе с семечками. Они у меня небольшие. А если семечки уже большие, перезрелые, то их лучше удалить. Натереть нужно 2,5 кг огурцов чистого веса, без кожуры и семечек. Добавляю 2 столовые ложки соли, 3 столовые ложки сахара, 6 столовых ложек томатной пасты. Перемешиваю, добавляю 3 штучки острого перца и тушу овощи 30 минут на небольшом огне, периодически помешивая. 10-12 зубчиков чеснока натираю на мелкую терку. Через 30 минут вынимаю острый перец, он мне больше не нужен. И добавляю натертый чеснок. Вливаю 4 столовые ложки уксуса 9%. Перемешиваю и тушу еще 5 минут. Через 5 минут выключаю огонь и раскладываю чистые стерилизованные банки. Накрываю крышками и закручиваю банки. Переворачиваю банки на крышке, покрываю теплым одеялом и оставляю так стоять до полного остывания. Икра из огурцов получается очень ароматная и очень вкусная. Хранятся такие банки отлично при комнатной температуре. Из этого количества у меня получилось 5 банок по 720 грамм и 1 полулитровая баночка. Если вам понравился рецепт, то поставьте лайк или оставьте комментарий, для меня это очень важно. А если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь. Впереди еще много новых рецептов, ведь сезон заготовок продолжается.